Всем привет! Всем привет! Сегодня мы с Миланой снимаем обзор на кабачок цукини. Один мяч. Да, этот кабачок называется один мяч. Это круглые кабачки. Сейчас я вам покажу их на кустике. Какого цвета они, Милан? Желто-оранжевого. Они же, показывай кустик нам. Вот, желтенький, оранжевенький. Да, желто-оранжевого цвета. И на кабачке еще есть характерное пятно зеленого цвета. Либо же тут, либо же где гуска с краешку. Я сейчас пройдусь, покажу кустики все, которые у нас тут посажены. А потом Милана нам продемонстрирует кабачок в разрезе. Кстати, вот эти кабачки, вот на фоне моей руки, они еще не переросшие. Их можно смело резать и кушать. Давай, Милан, сорви нам кабачок, разрежем его. Если не получается, я помогу. Помоги. Очень плотно сидят. На. Покажи его на камеру. Вот такой он желтый. Бывают, это ничего страшного, в зеленую точечку. Это особенность сорта. Здесь вот возле гуски характерное зеленое пятно. Сейчас Милана нам его разрежет, покажет и даст мне попробовать. Даже сырым буду его пробовать. Помой, чтобы он был чистенький. Милана у нас в модной панамке от Калуша. Вот так его резать? Не, вот так разрез, да. Аккуратно пока пальчики. Пальчик убирай, да, чтобы... Получается или плотный? Довольно плотный, но можно разрезать. Ну, режь. Мы плохой ножик взяли. Вот. Покажи нам на солнышке мякоть. Вот сюда чуть-чуть на солнце, потом тень. Мякоть белоснежная. Теперь отрежь кусочек, я его попробую. Вот такой, да. И кабачки даже сладкие с сырыми. Вот такая мякоть. Пробуй, как огурец почти. Ну что? Сильно зашло. Не люблю сильно кабачки. Не любишь кабачки? Ну вот, даже он в сыром виде, он напоминает как огурец. Есть очень неплохие рецепты кабачков в консервированном виде. Можно даже делать салат из сырого кабачка. Люди едят. Я, кстати, тоже пробовал. Мне понравилось. Ну, Милана у нас не любит много чего кушать. Она у нас переборчивая. Ну, кабачки не жареные, ни икру она не ест. Вот такой сорт один мяч. Взвешивать мы его не будем, потому что нету смысла взвешивать, потому что вот такой маленький, допустим, будет грамм 60, а такой уже грамм 200. И этот съедобный, не переросший, и этот съедобный. Ну, конечно, вкуснее вот такие маленькие. Видите, тут вообще красивый. Вот зеленое пятнышко, а сам он желтый. Вот такие кабачки, один мяч. Они сверхранние, очень ранние. Ну и эти кабачки я посадил уже в начале июня, попозже, чтобы были кабачки на середину июля. Вот они у нас, видите, мы их рвем, кушаем, на каждом кустике кабачки есть. И здесь такое, смотрите, еще место, сорго. И здесь просто их чуть-чуть оно глушит, тут постоянно тень. Но несмотря на это, они прекрасно растут. Если их посадить на каком-то открытом месте, вообще будет все супер. А Милану кусают комары, которые прячутся в тени. Не, не комары, это... Не комары? Это жучки. Жучки, может быть, после дождя очень много жучков появляется. Так что я советую всем выращивать этот сорт кабачков. Семена у нас есть в продаже. Под видео в описании ищите ссылочку, как перейти на наш сайт, где можно заказать эти и много других кабачков и вообще много всяких семян. Ну, на этом мы с вами прощаемся. Всем пока!